Луночки я закормил, сейчас вот есть время немножко попить чайку. Смотрел телефон, а у меня тут уведомление пришло. Пишет мне Анатолий Сомов: доброе утро или день. Вот выезжаю на рыбалку и посмотрел твое видео. Видео, Володь, для меня твое как рекомендации. Сегодня точно поймаю. Спасибо за видео, все здорово и познавательно. Спасибо. Спасибо вам, Анатолий, за хорошие слова, добрые. Я сейчас на рыбалке тоже нахожусь. По-любому сегодня что-нибудь хорошее поймаю. Спасибо. На первый круг я пойду со своей удочкой самодельной. Вот такой вот карбоновый сторожок, тоже самодельный. И вот такой вот чертик-овсинка, оснащенный желтой бусиной и красным стопорным кембриком. Леска у меня здесь идет 0,121. Посмотрим, проклюнется ли трофей. Там хороший ходит, ребята, с первой проводки. Клюнула рыбка какая-то. Вот окунек приклюнулся добрый. Чертик овсинка сработал с первой проводочки сразу же. Вот какой. О, красота. На дриблинг быстрый всадил четко. Вот такой вот черт, такунек. Что-то очень хорошее, прям жесткое что-то село, похоже на леща. Да. Товарищ присел тоже на смену игры. Хорошо всадил черта в губу. Отлично. Вот так. Рыбка. На второй круг, ребят, пошел с лесочкой 0,117. Удочка вот такая вот, ковалевка. Значит, кивок Пухова. И вот такой вот чертик. Чертик Иванова. Весом примерно грамм. Такая вытянутая капля. Вот, и на него повесил, значит, бусинку Магатаму белую. И на этой бусинке сделал яркую отметину. Посмотрим, как сработает эта снасть. В общем, прошел я целый круг с большим чертом, вот таким вот, чертик Иванова. Но, к сожалению, ни одной поклевки я не увидел.
Сейчас попробую поставить чертика поменьше, лесочку потоньше и пойду на следующий круг. На очередной круг я взял вот такого чертика поменьше. Это тоже чертик Иванова. Такой достаточно красивый, с ярко выраженным таким выносом крючка. Поставил я на него маленькую бусинку желтую, арбузик, и кембрик красный. Лесочка здесь идет 0,1. Удочка это комбат. И сторожок короткий, пухово. Ну вот, будем сейчас проверять. Подсел, похоже, шо потянул. Давай, давай, родной. Леску чуть подтравливает. Ой. В сторону ушел куда-то. Вот. Сработал чертик на бешеном трассе. Все-таки вытряс я его. Хорошо взял, видите, как на два крючочка ни за что бы не сошел. Прям, ух ты как, смотри-ка что, мощно как сидит. Как его достать-то? Вот, вот такой чертик сработал. Вот, окунек. Нормально, окунек. Грамм 130 есть. Коряга. И клюнула как рыба. Высоко клюнуло. Хорошая рыбка. Подлещик, наверное. Да. Высоко взял. Вот на чертика, вот опять на два крючка, смотрите, как жестко всаживает. Хорошая рыбка, грамм 300-350 может есть. Внутреннее чутье подсказывает мне, что надо снова попробовать половить на чертика овсинку, на леску 0,121.
и мой самодельный удильник с самодельным сторожком из карбона. Посмотрим, пройдемся, кружок от нас не убудет. Вот, потому что есть надежда на трофей. Поэтому я решил не рисковать и поставить лесочку потолще. Опа! Чуть-чуть, еле-еле приклюнулась. Вот что-то небольшая рыбка. А нет, нет, сопротивляется нормально. Подлещик. 100%. Оп-оп. Ух ты, ух ты. Вот овсиночка сработал, черчик опять. Такой не крупная фанерка. После целого круга с достаточно большим чертом я смог поймать только одну рыбку. Поэтому меня это немножко напрягло, и я решил достать подводную камеру и посмотреть, есть ли вообще рыба под лунками или нет. Прошелся по 4 лункам, в каждой из них я увидел рыбу, где-то рыбка поменьше, где-то рыбка покрупнее. Но вот в последних 2 лунках я увидел одного прям такого здоровенного леща, который мне достаточно хорошо попозировал на камеру, я его отснял. И в последней лунке тоже увидел достаточно хорошего леща. Рыбка почему-то не хочет откликаться на достаточно большого черта, поэтому я взял лесочку 0.1, поставил вот такого маленького чертика 0.4 грамма. Сторожок здесь идет металлический, покупал у Андрея Островского. Ну, вот такой вот удильник. В общем, ребята, рыбалка приобретает достаточно трудовой характер. На прошедшем круге с маленьким чертом я не увидел ни одной поклевки. Стоит отметить, то, что сегодня окунь поклевал только с утра. А когда мы здесь были в прошлый раз, я рыбачил вместе с Юрой Стенниковым и с Романом, тогда с самого утра клевали подлещики, а окуни начали проклевываться уже только после обеда. На прошлой рыбалке, к сожалению, удача обошла меня стороной. Поймал я рыбки немного, но были некоторые зачетные экземпляры. Ну и плюсом ко всему, мне удалось немножко поснимать то, как вываживал хорошего окуня Юра. Ну и, собственно говоря, предлагаю вам посмотреть эту небольшую нарезку с прошлой рыбалки. Потянуло мне обратно в руку. Раз, раз, подачи такие пошли. Хорошая. Леску подтравливать. Вот. Подлещик. Классный такой, на муравья попал. Приклевывался, приклевывался и все-таки наконец-то дожал.
такой вот муравейчик сработал. Оливковый с белой бусинкой. Наверное. Упирается, леску травит. Фух. Нет, окунёк. Ух! Вот все-таки подсел он. Весь ободранный, смотрите какой. Видимо, кто-то его жрал. Щука, наверное, какая-то. Ну, хороший. Сейчас, ввиду того, что рыба перестала откликаться на черта, я взял свой удильник с карбоновым сторожком и поставил. Вместо чертика овсинки поставил своего Муромжзуева оригинал. Повесил я его на маленькую петельку и сейчас попробую пройти по лункам. Частенько бывает такое, то что Муромж выручает в самых тяжелых ситуациях. Все-таки соблазнилась какая-то рыбка. На Муромыша все-таки клюнул. Окунек, наверное. О, как тянет. Ух. Нет, заплатка. А вообще какой-то гибрид, ребят. Заплата с красными глазами. Вот как. Взяла, как хорошо, видите. Глотнула конкретно. Толстенькая. Работает Муромж, я говорю, иногда бывает выручает. Ребят, рыбалочка сегодня выдалась достаточно трудовая. Практически всю рыбу я поймал на чертиков. Понравилось мне, как работали чертики Иванова, в том плане, то, что рыба достаточно хорошо садилась на них, причем на два крючка сразу же. Ну, в конце рыбалки получилось у меня поймать вот такой вот гибрид, смесь плотвы и подлещика. Должен сказать то, что всю рыбку практически приходилось вымучивать. То есть рыба достаточно хитрая. В камеру видно то, что она плавает, но особого аппетита у нее, видимо, сегодня просто-напросто не было. Я надеюсь, что эта рыбалка вам понравилась и вы для себя что-нибудь подчеркнули. Ну а у меня на этом все. Увидимся, ребят, с вами в следующих видео.